Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Эта выставка передвижная. И Первоуральск – это второй город, где она экспонируется. И мне кажется, мастерство фотографа сумело передать живые, искренние эмоции членов семей. И так отрадно было видеть здесь знакомые семьи. Потому что в год семьи, объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, ничего нет важнее, как укреплять, расширять, демонстрировать наши национальные традиции, в том числе традиции семьи. Добиваться того, чтобы дети в таких больших семьях говорили на родном языке, знали свою культуру, знали свои традиции. Здравствуйте, мы семья Серебренниковых, мы из города Режа. Семья у нас образовалась именно в сегодняшний день. У нас сегодня 24-я годовщина свадьбы. Мы всегда мечтали о 3 детях. Но так случилось, что у меня муж получил травму. Сначала он поднимался сам, научился ходить на протезах. Но сейчас мы поняли, что тяжелее было мужу поднимать, чем детей мне поднимать получается. Извините, я волнуюсь. В общем, сила в поднятии мужа дала мне большую силу в поднятии детей. И теперь у нас 6. Везде нужна дисциплина, строгий характер. Все должно быть, как говорится, в голове. Все последовательно выполнять. В общем, режим жесткий. Все надо успеть, везде надо всех отправить в школу, в садики, на танцы, на занятия. Папа нас возит везде. Увозит, забирает, и папа выручает, поддерживает.